Пожалуй, с таким явлением, как графемы, знакомы в основном только филологи и лингвисты, но на самом деле в этом слове нет ничего заумного. Графемы – это минимальные единицы письменности, например, буквы или иероглифы. Найти графемы в нашем городе предлагает библиотека города Полярные Зори в рамках межрегионального фотоквеста «Графемы от Амграда». Что же требует от нас организаторы конкурса? Они хотят, чтобы мы нашли на территории наших городов, участников проекта, буквы, либо их символические изображения. Это может быть природный объект, это может быть архитектурный какой-то объект, может быть предложение, либо мы можем даже сфотографировать целый алфавит. Например, в обычном огнетушителе можно увидеть букву «Г», в глобусе – букву «О», а на изображении с птицей – букву «Х». В общем, все зависит от вашей внимательности и фантазии. А приурочили фотоквест к 24 мая – Дню славянской письменности и культуры. Библиотека имени Маяковского также поддержала проект и принимает конкурсные работы. Само положение об этом конкурсе есть на также нашем сайте bibliom.ru. В разделе «Конкурсы». Там можно дополнительную информацию найти. Что вообще требуется для того, чтобы поучаствовать в конкурсе? Ну, только фотоаппарат, либо какой-то гаджет, который поможет вам сфотографировать. Но также немножко свободного времени, хорошее настроение и воображение. Фотографировать можно на улицах города и в общественных местах. В конкурсе приглашают участвовать всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет. Фотоработы принимают по 24 марта по адресу электронной почты библиотеки имени Маяковского pr.lib.sar@gmail.com с пометкой «Графемы». Лучшие работы опубликуют в виртуальном фотоальбоме на сайте библиотеки города «Полярные зори».